ishq mozorida dil ozorida or bozorida arzon namus aytilmay izhor aldadi makkor takror va takror sarson namus qalbimizlarga soxta so'zlarga nomussizlarga yolg'on namus tashlab ketilgan qadri to'kilgan Bugun kechilgan iymon mu nomus arzon mu nomus sarson mu nomus nomussizlarga yolg'on mu nomus tashlab ketilgan ey qadri to'kilgan ey bugun kechilgan ey iymon mu nomus Сейчас Вы пришли, тетя? Да, пришла. Что такое, Дженуна? Ты сделала то, что я сказала? Да, сделала. Как вы? Плохо. Дай мне воды. Хорошо. Что вообще произошло? Не знаю. Я вытерла всю кровь. Фархот не вернулся? Нет. Я сильно переживаю. Ой, да хватит паниковать. Если ничего ни с кем не случилось, ты меня убьешь со своей паникой. Я должна позвонить Фарходу. Передай телефон. Сейчас. Фархот, ответь же на звонок. Посмотри на меня, эй, тварь! Все зашло слишком далеко. Что? Ты кем себя возомнил? Раз я молчу, думаю, что тебе все дозволено? Вот к чему привели ваши ссоры. Ты теперь рад, да? А? Ты теперь доволен, убив своего собственного ребенка, мерзавец. Все теперь кончено. Теперь между тобой и мной нет ни связи, как учителя и ученика, ни как зятя и тестя. Я уволюсь с работы. Верну все, что вы мне дали. Только не гусаль. Что ты сказал? Пожалуйста. Поверьте мне, теперь все будет по-другому. Я хочу прожить оставшуюся жизнь только ради гусаль. Слушай меня, эй, мерзавец. Ты не слишком ли обнаглел, а? Один раз простил, второй раз простил. Ты думаешь, у меня осталось терпение? Твои чувства, твоя любовь. Я дошел до такого, слушая то, что без нее ты жить не можешь. Я тоже люблю свою дочь. Перед моей добротой... Твоя любовь и мизинца ее не стоит. Я молчал до этого, терпел, надеясь, что все наладится. Теперь ты и тени моей дочери не увидишь, понятно? Я быстро, займет всего 5 минут. Невозможно и на 1 минуту. Брат, я отдам эти цветы возлюбленной и выйду. Разрешите? Это же вам не площадь, брат, чтобы в любовь играть. Мне дали приказ не впускать вас. Тогда, брат, отнесите эти цветы сами для сана. Я вам не почтальон, брат. Да хватит уже. Давайте, не затягивайте. Все, выходите и уходите, брат.
Если было бы возможно, я бы впустил. Простите, кому вы сказали? Я должен зайти к Санам. А этот человек не пускает. Да, тогда вы парень Санам? Да, вы ее знаете? Конечно, еще как знаю. Тогда передайте эти цветы ей, если можно. Обязательно передам. Простите, мадам, не впускать этого человека приказали сами Аль-Шереке и Фархотаке. Все в порядке, не переживайте, вас не отругают. Простите, как вас зовут? Тимур. Рада познакомиться. Все? Вы теперь довольны, брат? А теперь можете уходить. Ассаламу алейкум. Простите, зашла, не спросив. Ассаламу алейкум. Вы ведь Санам? Да. Наконец-то я вас нашла. А вы кто? Меня зовут Лола. Вот, принесла вам эти цветы. Цветы? Спасибо. Эти цветы мне? Да, вам. Спасибо. Что вас беспокоит? Я не пациентка. Тогда зачем вы пришли? Ваш пациент ходит тут на улице. Я лишь передала его цветы. Я не поняла, извините. Как его звали? Да, Тимур. Вы его знаете? Вы что, доставщик? Ну нет, что вы. Но скоро узнаете, кто я такая. Ну, говори. Анваракя, вы, наверное, уже в курсе всего. Я пришел по делу Галиба. Да, слышал. Ваши ученики посадили моего братишку. Он не преступник. Пожалуйста, скажите им, пусть отпустят. Яшин. Ты говоришь, будто я посадил твоего братишку. Но ваши ученики без вашего разрешения не хотят даже один шаг вперед идти. Они делают свою работу. Я им только приказал найти убийцу Хуршиды. Яшинбой, я не могу вмешиваться в остальное. Но Галиб ни в чем не виноват. На деле вы, наверное, даже не знаете настоящего убийцу. Почему ты так паникуешь? Если не виновен, отпустит. Ты почему боишься? Не знаю. Происходит что-то неожиданное. Телефон Талиба. И как Тимур подбросил его в кафе. Короче, я не знаю. Что? Ты сказал Тимур? Мы-то не знаем, чего вы именно хотите. Надеюсь, все, что происходит, не связано с нашими личными ссорами, да? Ага. А ты как думаешь, я такой человек? Вы не такой человек. Ладно, спасибо вам. Гульнора, я расскажу тебе то, что произошло. Что случилось? И ты напугала меня. Ты что, спала?
Уснула, но немного. Ой, я тут схожу с ума, думая о плане для этой девочки. А она спит. Я еще кое-что нашла. Что опять придумала? У Санам есть возлюбленный. Эй, какой еще возлюбленный? Я вышла на улицу, а там стоит один парень с цветами. Очень симпатичный. Кто? Говорит, что он парень Санам. Что? У нее есть другой парень? А я о чем говорю? Да нет, может, просто тот парень просто так любит Санам и все. Ты же сама знаешь, как она здесь в Салишереке любовь играет. Нет, я проверила. Когда я сказала Санам о том парне, она побледнела. Значит, тут что-то нечисто. Вот так. Девочки, как вы? Простите, перебила вас. Нам нужно сделать УЗИ. Хорошо. Свояченица. Вы дома? Сейчас. О, заходите, сестра. Ассалам алейкум. Валейкум ассалам, заходите. Валейкум ассалам. Как вы? А вы как? Не устали? Что вы делаете? Просто делами во дворе занято. Идемте. Нет, нет, ну что вы. Не сяду. Лучше идемте, сходим в город. Зачем? Навестим Гульнору. Гульнору? Да. Сейчас Гульнора оказывается в больнице Алишера. Что? Что случилось? Почему она в больнице? Просто сходила проверить свою беременность. Да все в порядке, не переживайте. А Хумаюн в школе? Да, в школе. Тогда хорошо. Пока придет Хумаюн, мы спокойно съездим в город. Ну давайте, скорее переодевайтесь. Ваш брат уже подготовил машину, давайте. Ну как же? Все будет хорошо, давайте скорее. Я переоденусь сейчас. Вот здесь ручки. Видно? Угу. А это ножки. Вот пальчики. Все в порядке. Можно не переживать. Сердцебиение в порядке. Ваш ребенок полностью здоров. Что с твоим лицом, сынок? Фархот, все хорошо? Что случилось? Почему молчишь? Кто это сделал с тобой? Что случилось, Фархот? Я сам. Посмотри на меня. Где твоя жена? Что случилось, Гузаль? Что ты с ней сделал? Все закончилось? Она больше не вернется в этот дом? Отвез ее в дом спокойненько. Вы избавились, мама. Избавились от своей невестки. Но вместе с этим теперь и сына вашего нет. Что? Что это значит? Фархот! Ну что же случилось, тетя? Он не сказал, что сделал с Гузаль. Что было, то было. Главное, мы избавились от нее. Выпей чаю, дочка. Thank you.
Произошло столько неожиданных дел. Доказательства показывают, что только Галиб виноват. Теперь что хочешь делать? Ты ведь говорил, что Галиб не причастен к этому преступлению. Правильно, учитель. Я до сих пор так думаю. Но все доказательства, относящиеся к делу Талиба, все путают. И в итоге виновным выходит все равно Галиб. Тебя хотят запутать. Я тоже так думаю, учитель. Сынок, ты не должен спешить. Если нужно все заново обдумать, обдумай. Ты проверь тщательно каждую мелкую деталь. Но не спеши делать выводы. Хорошо, учитель. Но другие могут не позволить этого. Если посадят Галиба, наше дело еще больше запутается. Сегодня ко мне приходил Яшин. Он тоже умолял отпустить Галиба, сказал, что он невиновен. Яшин прав, учитель, но он и предавать Тимура не хочет. По-моему, Яшин точно не знает о преступлении Тимура. А то бы он давно рассказал ради своего братишки. Учитель, у меня есть один план. Только нужен ваш совет. Хорошо. Говори, я тебя слушаю. Честно, я не ожидал такого состояния. Ее руки и ноги не работают. Я проверил ноги, и правда, она почти их не чувствует. Она не ходит, потому что сама не хочет. Что вы думаете? Это из-за полученного удара или из-за нервов? Ее не так сильно ударили по голове. Значит, я думаю, что все это из-за нервной системы. Наверное, нужно показать ее и другим врачам, пока не поздно. Я могу увидеть Галиба? Невозможно, сестра. Стойте, я должна его увидеть. Невозможно. Пожалуйста. Алло, Яшинаке. Зарнюго, ты где? Пришел домой, а тебя нет. А что дома, Яшинаке? Галиба посадили. Ты сейчас где? Я в участке. Пришла увидеть Галиба. Но меня туда не впускают. Приезжайте, сделайте что-нибудь. Боже мой. Зарнигор, ты откуда это услышала? Я поехала к нему на работу. Мне так сказали. Кто сказал? Боже мой. Яшинаке, какое это сейчас имеет значение? Я говорю вам, его посадили. Подождите. Вы об этом знали? Да, я знал. Почему вы мне не сказали? Зарнигор, приходи сейчас домой. Поговорим обо всем. Нет, сами сюда переезжайте. Как мне спокойно возвращаться домой после того, как я узнала, что его посадили? Послушай меня, я уже поговорил с Галибом. Нет толку там стоять. Почему нет толку, Яшинаке? Если придешь домой, я тебе все объясню. Нет, Яшинаке, я не приеду. Буду здесь сидеть. Я тебе сказал сейчас же прийти домой. Хватит перечить. Сейчас приеду, ладно, поговорим с вами по-другому. Давай скорей. Почему не сказала, что в больнице? Не хотела, чтобы вы переживали, мама. Надо было сказать. Но не ругайте ее, пожалуйста. Вот с ней все хорошо. Если бы ситуация была плохой, я бы сама вам сказала. Да, вы правы. Ну, как мой внук? Хорошо. Утром были на УЗИ. Сказали, что он здоров. Хорошо двигается. Будто бы смотрел на меня с компьютерного экрана. Он такой хорошенький, мамочка. Я Лишер увидел. Да, он тоже увидел. Увидел и застыл, мамочка. Да, теперь надеемся, что Алишер Джон рад. Ну что вы, конечно, он рад. Он станет отцом сына. Как тут не радоваться? Надеюсь, так и есть. Сколько ты еще будешь здесь лежать, дочка?
Ну, говорят, еще 2-3 дня, точно я не знаю. Может, и завтра еще выпишут. Я не знаю, мама, надо узнать. Послушайте меня, пользуясь моментом, помиритесь с Алишером. И я, и ваш отец хотим, чтобы вы помирились с Алишером, доченька. Я хочу, чтобы вы вместе вырастили моего внука. Вы все поняли, дочка? Не знаю, мамочка. Сделайте так, как я сказала, и все будет хорошо. Я постараюсь. Могу войти? Идем, сынок. Ну что, каково быть отцом? Наверное, уже чувствуешь, хоть он и не родился. Да. Вчера заставил поволноваться. Это еще ничего. Пусть родится, посмотришь. И шагу от него вступить не сможешь. Да, походу так. Я очень обрадовалась, сынок, увидев вас вместе. Да, я тоже успокоилась, увидев, что Алишер сам присматривает за ней. Теперь мне спокойно. Можно возвращаться домой? Да, сынок, ты остаешься возле невестки? Да, мама, я буду тут. Ну, тогда мы пошли. Ладно, дочка, хорошо оставаться. Хорошо. Хорошо добраться, мамочка. Ладно, доченька, береги себя. Если что-нибудь нужно, скажи. Хорошо. Не переживайте. Алишеракя же здесь. Я вас провожу. Нет-нет, сынок, не надо. Ты присмотри за невесткой, хорошо? Хорошо оставаться. Хорошо добраться. Ну, пошлите. Хорошо. Береги невестку. Угу, хорошего пути, мамочка. До свидания, дочка. Счастливого пути. До свидания. Ладно. Почему ты разговариваешь с моей мамой, как будто бы она твоя свекровь? Не знаю. Она сама сказала, невестка, вот и я... Моего братишку посадили, а вы здесь спокойно сидите. Да не сижу я спокойно. Говоришь так, будто меня не знаешь. Тогда что вы сделали? А? Галиба посадили. Я не понимаю, в чем вообще дело. Успокойся, сядь сюда. Садись. Ну, рассказывайте теперь. Вкратце. В кафе Галиба тоже устроили обыск. Хорошо, и потом? В подвале нашли телефон Талиба. В кровавых следах. Что? Как это? Что делает этот телефон в кафе Галиба? Как он там оказался? Пока мы это не знаем. Значит, получается, что он их убил? Если верить милиции, то так. Яшинаке, вы хоть понимаете, о чем вы говорите? Тогда почему вы здесь сидите? Почему не идете и не рассказываете правду? Ведь в этом виноваты. Вы и ваш проклятый тот друг... Я с этим не связан. Погряз в болоте проблем просто потому, что знаком с этим Тимуром. Да, но в том, что посадили Галиба, виноваты только вы. Если бы вы не познакомили его с тем проклятым другом... Что мне делать? Мне что, теперь пойти туда и сказать, чтобы посадили меня вместо Галиба? Пожалуйста, пожалуйста, Яшинаке, спасите моего братишку. Хватит того, сколько он мучился. Все, не плачь. Все будет хорошо. Я тебе обещаю. Я вытащу Галиба. Сестра, идемте. Да-да, я иду. Тетя, ассаламу алейкум. Санам. Как ты, доченька?
Все хорошо, тетя. Мы не можем решить, когда устроить свадьбу с Алишер Акя. Вы могли бы нам дать совет? Я не знаю, дочка. Еще нужно об этом подумать. Почему? Из-за того, что помирили Алишер Акя с Гульнарой, да? Прекрасно. Значит, если он не помирится, то женится на мне. Если помирится, то я останусь одна. Правильно? Как же мне вам объяснить все это? Я все поняла. Если вкратце, вы смеялись надо мной и моей мамой. Послушайте, дочка. Я тогда не знала, что у вас была свадьба. Вы сначала решите с парнями, кто у вас был до Алишера. А потом уже мы с вами поговорим. Ладно, милая, здоровья вам. Идемте. Боже, что же случилось? О чем ты говоришь? Я Агузаль. Какая разница, что случилось? Нет, тетя, нужно узнать хотя бы, где она. Наверное, у своих родителей. Сейчас им позвоню. Подай телефон. Алло. Алло. Слушаю. Ассаламу алейкум. Как вы? Чтоб я больше не слышал от вас слова «сват», и меня, и мою дочь вы больше не увидите. Особенно скажите своему сыну, чтобы больше не попадался мне на глаза. Из-за вас моя дочь превратилась в живой труп. Походу, мы и вправду избавились. Мама, я ушел. Фарход, куда ты идешь? Гузаль. Нет, ты не пойдешь. Мама, ей плохо. Мне нужно пойти. Никуда ты не пойдешь. Пусть умирает. Мама, вы и так двоих уже убили. Успокойся, Фарход. Никто не умирал при разводе. Тогда Гузаль обманула нас. Ребенок погиб после моего удара. Не может быть. Да, мама. Не один ребенок, а близнецы. Мы за раз убили двоих ваших внуков, мама. Я ухожу. Сынок? Фарход? Что с тобой случилось, Фарход? Открой глаза. Ну, что сказала твоя свекровь? Если расскажу, не поверишь. Моя свекровь как раньше обращается ко мне, как к невестке. Неужели, да? Правда? Отлично. Ну? И что на это сказал твой муж? Эй, ничего не сказал. Я же говорил, что все будет хорошо. Кажется, так. Знаешь, моя свекровь несколько раз сказала нам скорее помириться. Да. А в каком состоянии был твой муж, когда зашел и увидел ребенка на УЗИ? Ой, он увидел и застыл. Правда? Да. Знаешь, даже глаза чуть прослезились. Неужели? Да. Значит, я не просто так старалась. Знала, что так будет. Ты о чем? Что ты сделала?
Это я отправила твоего мужа на УЗИ за тобой. Лола? Ты просто нечто. Я знаю это. Что случилось, доктор? С ним все хорошо? Да, утром все будет хорошо. Что вообще случилось? Почему потерял сознание? Пациент целый день ничего не ел. Но это еще не все. Дома что-то произошло? Скажите. Пациент много нервничал. Из-за переутомления он потерял сознание. Что нам теперь делать? Как придет в себя, дайте ему еды. Нужно его покормить через силу. Он не должен нервничать. Дайте лекарство, если будет нервничать. Ну, хорошего дня. Спасибо вам. Ладно, спасибо. Хорошего дня. Как вы, тетя? Плохо. Фархот не соврал о ребенке, интересно? Да нет, он не дойдет до такого. Вы же видели его состояние. Может, опять позовем доктора? Нет, не нужно. Дай мне воды. Что такое? Почему вы не спите? Мне что-то не спится, милая. Ну, с вами все хорошо? Хорошо. Ну, слава богу. Так излейте же душу, расскажите. Я сегодня очень обрадовалась, увидев вместе Алишера и Гульнару. Как там твоя невестка? Да, не просто хорошо, она очень рада. А у Алишера, наверное, настроения не было. Не знаю, но мне так не показалось. Он стал добрее Гульноре. Ой, благодаря ребенку они помирятся, милый. Да, было бы очень хорошо, я бы успокоился, мать. Ну, успокойтесь уже. Они теперь не разведутся. Я это чувствую. Почти все в твоих руках. Теперь тебе будет намного легче, понимаешь? Надеюсь, так и будет. Не то Санам с утра до вечера здесь. А ты не думай о ней. Мы с ней все решим. Ты говорила, что у нее есть парень, да? Да. Мне еще и с ним надо увидеться. Послушай меня. А зачем тебе с ним видеться? Не знаю. Может, что-то получится. Но я пошла. Скоро придет твой муж. Следи за своим здоровьем. Не будь безразлична. Спасибо тебе. Пока еще поговорим. Ты всегда рядом со мной. Что бы я сделала без тебя? Ну что ты, дорогая, не забывай о моих словах. Хорошо. Ну пока. Хорошего дня тебе. Увидимся. Ладно. Доченька, скажи что-нибудь. Пожалуйста. Не пугай меня. Знаю. Ты сильная. Ты должна прийти в себя. Еще все будет хорошо, доченька.
Не мучай своего отца. Скажи что-нибудь. Скажи, милая. Она ничего не говорит. Даже не слышит меня. Почему так происходит, Алишер? Как? Как она могла дойти до такого? Я сам виноват. Во всем. Нужно было принять меры пораньше. Бедная моя девочка, сколько раз приходила с синяком под глазами. А мы молчали, были к ней невнимательны. Терпели до этого дня, надеясь, что все наладится, что все будет хорошо. Гузаль сильная девушка. Еще и с этим справится. Фархад, ты спишь? Напугала. Что ты тут делаешь? Принесла еды тебе. Ты нас очень испугал. И врач сказал, что ты упала из-за усталости, потому что ничего не ел. Не буду. Забирай. Да ладно тебе, смотри, я приготовила сама. Я сказал тебе, не буду. Теперь из-за нее хочешь голодать? Знаешь ведь, что пока не поешь, я не отстану. Ну-ка, открой рот. Эй, все-все. Сам поем. И в детстве был таким капризным. Помнишь, как ты закидал нас камнями, когда я играла не с тобой, а с соседским мальчиком? Помнишь, Фархад? Да, вспомнил. Ты был очень ревнивый. Даже не пускал меня играть с другими девочками. А теперь ко мне приходят сваты. А тебе все равно, да? Джанон. Детство уже прошло. Теперь я и ты взрослые люди. Заканчивай с этими играми. Я всегда знаю, что вы там планируете с моей мамой. Но я не могу сказать маме. Хотя бы ты пойми меня. То, что вы... вытворяете настоящую глупость. Мы просто думаем о тебе. Если думаете обо мне, тогда просто оставьте меня в покое. Это будет самая большая помощь. Фархад, ты должен прийти в себя. Она отравила тетю. Это еще не ясно. А кто еще может это сделать? Джанон, оставь меня в покое. Фархад. Пожалуйста, Джанона. Я сказал тебе выйти.
Так вот ты где. А я везде тебя искал. Ты же одна сюда никогда не выходила. А что мне делать, если вас нет? Вот, я ведь здесь. Да, вы здесь. Но не со мной. Санам. Это очень удобное место. Когда остаетесь одни, собираетесь с мыслями. Хотите поплакать, плачете. Никто вам не помешает. А когда мне все надоест, то я могу даже броситься отсюда. Что ты несешь, Санам? Ты меня пугаешь. Нет, это вы меня пугаете. Гульнара уводит вас у меня прямо из-под носа. Ты неправильно думаешь. Я просто беспокоюсь о своем ребенке. Она этим пользуется. Ты мучаешь себя сама с дурацкими мыслями в голове. Понятно, Санам? Тогда о чем мне думать, скажите? О чем думать? Да. Я уже как 2 дня очень соскучился по тебе. Обманывать. Посмотри мне в глаза. И они врут. Тогда почему не сказали? Ты ведешь себя как чужая. Ты мне не даешь шанса. Я убью вас. Вот тогда никто не сможет отобрать вас у меня. Достаточно доказательств, чтобы посадить тебя. Но эти ваши доказательства, все фальшивые, все было подстроено, специально. Гузаль, Гузаль, что с тобой случилось? Ты меня слышишь? Гузаль, что такое? Гузаль, что случилось? Абдуллаки, она сама по себе начала трястись, ей плохо. Вы хотите сказать, что я преступник, плохой человек? Вы меня... Дежурный. Он меня ударил, он ударил. Хорошо, я теперь могу стать начальницей клиники. Что? Если захочу, я могу разрушить твою жизнь и судьбу одним лишь уколом. Kadri tükilgen, bugün keçilgen ey iman mı namus, arzan mı namus, sersan mı namus, namus sizlerge, yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey kadri tükilgen.